Музей Луи Виттон находится в городке Аньер, недалеко от Парижа. В 1854 году именно тут была открыта первая фабрика Луи Виттона, которая изначально занималась изготовлением чемоданов. Вход в музей бесплатный, но просто так попасть в музей будет очень сложно. Так как музей работает не всегда, то нужно следить за обновлением главного сайта дома Луи Виттон, где вы можете забронировать ваш визит. Когда вы придете в назначенное вам время, вас встретят любезные гиды, расскажут все в деталях, всю историю, все модели. Вы можете задать все нужные вам вопросы. И, ко всему прочему, покажут частичку настоящего жилого дома, где когда-то обитал сам Луи Виттон. А хорошим бонусом в конце экскурсии будет подарочная книга для каждого из гостей.